Привет, меня зовут Женя, это «Сильные новости», рубрика «Короче, погнали». Известная российская певица Вера Брежнева собирается судиться с торговым домом Полесье. «Сильные новости» пишут, что дело в незаконном использовании фонограммы. Какую сумму хочет получить Брежнева в качестве компенсации, пока не уточняется. Суд пройдет в октябре. Литва сообщает, что на границе с Беларусью задержано рекордное количество мигрантов из Ирака – 171 человек вчера. Всего с начала года задержали более 3000 мигрантов из разных стран. Литовские таможенники сообщают, что не так давно начали строить вокруг границы с Беларусью заборы с колючей проволокой, однако проволока быстро закончилась. Было предложение ввести чрезвычайное положение на границе Литвы и Беларуси, однако президент Литвы не поддержал данное предложение. Новость для ваших дедушек и бабушек, а также мам. В июне реальные пенсии по сравнению с другими ценами на товары и услуги упали на 0,7%. Сейчас в Беларуси проживает более 2 миллионов пенсионеров, и в июне средняя пенсия составила 483 рубля. Вы уже ощутили на себе спад?